Всем добрый день! Сегодня я буду снимать свой новый влог для фэшн-ритейла и поделюсь с вами традиционно полезными идеями для магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Посмотрим вдохновляющие примеры оформления витрин и торговых залов. А в конце предлагаю заглянуть в уголок нерукотворной красоты. Покажу вам одно из моих любимых мест для отдыха и настроения. Не снимаю, потому что рядом идут люди. Ездят машины, жду паузу. Вообще, именно так проходят съемки влога, и не всегда это просто. Мне нужен момент для того, чтобы показать вам красивую картинку. Место, где я начинаю свой новый влог, это уличная фотозона цветочного магазина, оформленная в морском стиле, с настроением отпуска у моря, прямо в центре мегаполиса. Сейчас я покажу вам подробнее эту идею. Сейчас здесь никого нет, но обычно стоят очереди, и люди специально одеваются для того, чтобы сделать здесь красивую съемку. Вот такое оформление сделал цветочный магазин к этому сезону. Здесь текстильные шторы, люстры с жемчугом и перламутровыми раковинами. Вечером зажигаются огоньки, и есть зеркало. Мне нравится, как подвязаны эти занавески. И есть зеркало, где можно снять очень красивую фотографию или видео. А здесь, конечно, огромная ракушка, словно на витринах Прада в этом сезоне. Столик с сухоцветами, шезлонг и настоящий песок. Там спряталась черепашка, раковины, циновка. Для того, чтобы сохранить эту красоту, есть специальное объявление. Покажу вам его поближе. Сейчас здесь уже все использовано многочисленными посетителями, но утром выглядит аккуратным, свежим и снова ждет любителей красивых фотосессий. Здесь, кстати, есть интересный момент. Два цветочных салона расположены рядом. За моей спиной один с летней фотозоной, раковиной и занавесками, а другой с более традиционным оформлением, которое меняется только к Новому году. А может быть, даже и нет, потому что здесь есть ели, ветви и елочные шары. Такое всесезонное решение для декора. Можно как раз сравнить два магазина рядом и понять концепцию и отношение каждого к визуальному мерчендайзингу уличной зоны. Вот как раз посмотрите оба рядом. Пока я еду в торговый центр, чтобы сделать там новую съемку, разные сегменты, бренды и магазины, расскажу вам о своих планах по влогам на ближайшую перспективу. Я хочу снять несколько выпусков в Дубае, в Москве и, может быть, в Екатеринбурге, если успею, поскольку буду выступать там на деловых выставках для фэшн-бизнеса. Если у вас есть предпочтения, пожелания по торговым центрам в Москве, либо в Екатеринбурге, может быть, Street Retail, интересные бренды, которые вам бы хотелось посмотреть, напишите мне, пожалуйста, и если по графику получится, я обязательно это учту, заеду туда и использую эти локации, эти магазины в съемках своего влога. Заранее спасибо всем, кто откликнется. Зашла через вход, где расположена Крю, и вижу классную надпись на зеркале. Пошумимся, Крю Макс, тебя теги под фото, с нас репосты. Классный слоган. И вот здесь еще одна версия. А, точно такая же. Мне показалось, что здесь написано подиум, а это пошумим. Любопытно, что боксы для приема одежды, которую вы уже не используете, которая ждет новая жизнь снова и снова, мне кажется, не изменились по оформлению со времен Zara. Выглядит ровно так же. Покажу пример оформления коллаборации. Здесь выделен подиум. Есть постматериалы сменные. Конечно, одежда. И ярлыки тоже тематические. 50 лет Hello Kitty. Ничего себе. Это стоит того, чтобы делать такие коллабы. Давайте посмотрим, что вошло в эту капсульную коллекцию. Шопперы, обувь с тематическим декором, носки, юбки, джинсы и футболки. Вот здесь тоже есть верхняя одежда, куртки из искусственного меха и довольно много футболок и топов с разными принтами.
несколько версий денима. Шоппер тоже представлен в двух версиях. Точнее, я ошиблась, это одна, но с разным принтом с двух сторон. Наушники, кроссовки и вот такая пушистая сумка тоже вошла сюда. Раз уж мы начали с сегмента масс-маркет, пойдем смотреть магазины именно этой категории. Очень необычно видеть на витрине Intimissimi призыв back to office. Он связан с базовым гардеробом. Темные, черные и синие оттенки, белые. Видите, офисные сезоны школьные можно даже в бельевом магазине тематически использовать. А еще мне понравился вот этот стикер на распродаже. Люблю напольные решения в постматериалах. Также здесь есть акция на комплексную покупку. При покупке 3 единиц получаешь 4-ю в подарок. Интересный декор магазина. Консультант в Intimissimi, видя, что я снимаю, сразу задал мне вопрос. Видеоблог ведете? Здравствуйте. А я именно это и делаю. Пожелал мне хорошего вечера. И я ушла из магазина, ничего не купив, но в хорошем настроении, с послевкусием от приятного сервиса. А именно это и нужно каждому посетителю. Вот как решает вопрос с межсезоньем женская Кальцедония. Одна витрина посвящена летней распродаже. Здесь есть еще остатки тематического оформления и круизные отпускные комплекты. А следующее уже говорит нам о школе. Посмотрите на рисунки и на образы моделей. А также здесь можно приобрести полезный аксессуар. Карандаши в подарок при покупке конкретного товара на определенную сумму. Что мне еще понравилось? Это фотобудка. Я никогда не была. Давайте с вами вместе зайдем. Смотри в камеру, улыбайся. Проблема, звони. 300 рублей, и у тебя будет съемка. Всего 300 наличными. Ладно, в следующий раз я обязательно займусь этим. Смотрите, какой интересный сервис есть в торговом центре. Детский браслет антипотеряшка. Он есть для девочек и для мальчиков. Можно написать свой номер телефона и надеть на руку ребенку. Уверена, что такой сервис возник, исходя из потребностей клиента. Очень жаль деток, которые теряются в торговом центре, переживают все, и малыши, и родители. И такой простой способ, бумажный браслет на руку с номером телефона, конечно, поможет решить проблему потеряшек гораздо быстрее. Так что мне очень понравилась эта идея, берите на заметку, если меня смотрят те, кто управляет или решает подобные вопросы в торговых центрах. Это классное, классное решение. Новый магазин Idol. Премиальный бренд компании Melon Fashion Group. Давайте посмотрим витрины. Нравится, как показаны аксессуары. И вот эти отдельные стойки без манекенов. Сделаю небольшой обзор. Здесь очень комфортная температура. Акцентный ковер. Кассовая зона. И комфортное ожидание прямо рядом слева от кассы. Конечно, нестандартное размещение. Здесь тоже есть кресло рядом с примерочной. И в примерочной тоже заглянем. Брендированный ковер, пуф, плечики. Есть белая базовая футболка для того, чтобы удобно было примерить низ, например, если вы взяли только джинсы или брюки. Это хорошее решение, удобное для клиента. Ложка. Обувь для примерки тоже есть, но не везде. На зеркале есть переход на сайт с QR-кодом и система «Подели», которая позволяет вам оплатить покупку с рассрочкой. Вот здесь мне очень понравилось, как смотрится коллекция с принтом на фоне белых стен и угольно-черных рейлов. Выглядит графично, и вот эти голубые акценты тоже классно сюда вписываются. Хочется подойти, рассмотреть поближе. Коннектор, кстати, тоже вам покажу. Он пластиковый, с несколькими уровнями регулировки высоты. И вот такие крючки использует компания металлические для демонстрации сумок на рейле. Смотрите, какой интересный вшивной ярлык. Носи свои ценности. Необычно. И еще обратила внимание, что все плечевые вешалки флакированы на концах. Это позволяет
удерживать изделие на плечиках, чтобы оно не соскальзывало. Вот так выделены изделия из натуральной кожи. Это картон односторонний на черном шнурке. В целом у меня очень приятное впечатление от магазина и от ассортимента. У меня пока не было опыта покупок и примерок, но первое впечатление хорошее. Хотя, конечно, есть варианты отсылок к разным европейским брендам, в частности. Логотип похож на тотем немного, а это на Ami. Смотрите, как необычно этот отблеск бросает кулон на ткань. Эффект легкой паутины. Вот так отмечено изделие из кашемира. Понравился этот минималистичный посыл. Никакой конкуренции с другими объявлениями рядом. И вот этот ящик для колготок тоже очень удобный, выглядит вполне пригодным для использования. Покажу еще деталь оформления. Бижутерия на манекенах. И сами манекены необычные. У них светлая голова из прозрачного пластика, а руки темные. Здесь, кстати, есть и кольца. Люблю такие детали. И тренч этот я тоже встречала в коллекциях на подиумах. В мужской коллекции тоже классный стайлинг. Нравится эта многослойность. Такой стык лета и осени в этом образе. И еще покажу постматериалы. Вот здесь, например, лен. Это тоже картон на кожаном шнурке. Ну, либо искусственная кожа, тут непонятно. Но выглядит очень достойно, прилично. Также натуральная кожа мужской коллекции. Витрины MAC с металлическими сетчатыми конструкциями и вариантами школьной формы. А также здесь появилась с 1 августа линия Baby. 9 месяцев и 5 лет. Давайте зайдем посмотрим. Как раз линия Baby. Но основной акцент, конечно, на школьную коллекцию. И постматериалы для нее соответствующие. Еще один вариант интересного постматериала. Новинки. Уникальное предложение последних новинок. Здесь, кстати, могут быть и последние размеры, не только представители последних поступлений. И еще один вариант привлечения внимания к последним экземплярам. Вот такой постматериал. Здесь мне понравилась презентация спортивной коллекции. Фронтальная презентация всегда многослойная. Комплект брюки, рубашка и вниз футболка или лонгслив. А здесь к свитшоту добавлена сумка и внизу обувь. Здесь кто-то что-то снял, пока не надел. Заглянула в женский MAC. Но пока мое внимание здесь ничего особо не привлекло. Достаточно базовый ассортимент, те же самые постматериалы, что и в детской коллекции, кроме отсылки к школе. Тоже на первом плане, конечно, офисный ассортимент, осенний, верхняя одежда. Но сказать, чтобы я здесь могла вам показать что-то интересное, фактически это аналог Зары. Ну, единственное, что я никогда не видела в Заре, но сейчас вижу здесь, это отпариватели в двойном экземпляре, даже в тройном. Это выставка отпаривателей. В Заре я такого не видела. Понравилась входная группа в мужском MAC, вот этот классный черный шопер и Total Black на манекене. Конечно, оборудование без товара, который для него предназначался, всегда смотрится очень весело. Но надеюсь, эту шапку купили, а не забыли надеть. Что можно увидеть на кассе? QR-код для того, чтобы поделиться впечатлениями о работе магазина. Возможность заплатить по системе быстрых платежей. И, конечно, постоянный поиск сотрудников, анкета кандидата во все бренды компании. Давайте покажу вам, что есть внутри. Анкетные данные, опыт работы, желаемая позиция, занятость и предпочтение по графику. Кассира можно вызвать, если его нет.
На мужской кассе его нет, но есть кнопка, это удобно. В Манго традиционный минимализм на скидках. Максимальные проценты, за исключением новой коллекции. И стикер, что лето заканчивается. Половина зала оформлена в скидку. Здесь вы видите, как цены актуальные с дисконтом, так и комплексную акцию. 25% при покупке 3 и более товаров и 10%, если вы покупаете 2 единицы. Видимо, сегодня день отпаривателей. Я встречаю их везде. Посмотрим, будет ли это последняя встреча. Знаете, на что я сейчас обратила внимание? Рядом с кассой есть стойки с украшениями и аксессуарами, но нет ни одного зеркала, как это обычно бывает, в том числе в других проектах Манго за рубежом, например. И примерять украшения очень неудобно. Тебе нужно взять этот аксессуар и пройти порядка 5-10 метров до ближайшего зеркала. Это неудобно. Чурел открылся новый концепт. Давайте зайдем. Мне понравилось, как показана распродажа на открытой витрине. Вот такая металлическая стойка с надписью «Sale». И нравится, что оборудование на входе брендированное. Вот так выделена на рейле новая коллекция. Металлической скобкой и традиционные постматериалы в виде фишеток, табличек тоже есть. Я, конечно, не могла не зайти в примерочную. Покажу вам очень приятный, комфортный внутри, хороший свет. И здесь можно оставить отзыв о магазине. 6 крючков и полочка для телефона. Распродажа тоже отмечена такими же постматериалами. И мне нравится большой закассовый экран, где тоже есть информация о скидках. А это зона комфортного ожидания в магазине, прямо по центру, с живыми цветами. Такие же используют лайм в своем оформлении. И мне нравится, что здесь есть детали оформления с имиджевыми картинками, вдохновляющими природными, либо флоральными мотивами. Приятные впечатления от магазина. Здесь также появилась обувная коллекция, полностью из натуральной кожи, либо текстиль. Ну, конечно, вдохновение Сен-Лораном, в частности, явно прослеживается. Мне нравится тенденция разной подачи распродажи, не только больших красных плакатов во всю витрину, но и, например, вот такого решения от Тумут. Смотрится не менее эффектно, не банально, очень красиво. Интересные детали. Красная застрочка на кармане рубашки и петля для пуговицы чуть ниже. Тоже вариант. Не новая коллекция, а новый сезон. Разнообразие. У всех в основном осенняя гамма ассоциируется с денимом, какими-то карамельными, бежевыми, шоколадными оттенками, акцентами красного. Я заглянула в 12 Stories. Мне кажется, здесь новый аромамаркетинг. Очень нравится аромат в магазине. Следы примерок и покупок. Люблю такое. Вы не поверите, но я снова вижу отпариватель. Па-бам! День отпаривателей. Последняя возможность продать летом. Стимулирование глубокого чека вполне оправдано. Понравилась идея этикетки на рюкзаке, где в рисунках описаны все его функциональные преимущества. И вот этот разворот манекенов с романтичным настроением мне тоже понравился. Витрины Фальконери напомнили мне чем-то Брунелло Кучинелли. Оформление в этом сезоне было связано с круизом, парусами и яхтами. Здесь тоже текстильный парус. И обратите внимание на QR-код с поиском персонала, вынесенный на витрину. Очень красивый концепт Белью. Бельевой бренд использует нестандартные манекены. И сам вход в магазин с потрясающим деревом, под сенью которого можно отдохнуть.
Друзья, вы не поверите, но здесь снова он. Что за магия сегодня происходит? Я решила зайти в примерочную. Показать вам, как она выглядит. Коллаборация бренда с художниками обычно оформляется специальным рисунком над рейлом и пакетами. Смотрите, какая классная упаковка. Это трусы Слипы, но они как помады оформлены. Мне очень понравилось такой им дизайн, как тюбики. Покажу еще раз вход в магазин. Потрясающе оформленный. И нравятся вот эти накопители под зоной для плечиков. И мольберт на витрине с моделью в купальнике. Не совсем масс-маркет пока, точнее его микс вместе со средним и премиальным сегментом. Иду по дороге, снимаю подряд то, что считаю интересным. Сейчас заглянем с вами в Личи. У них тоже новый магазин с нестандартным оборудованием. У Личи новая площадка, новый концепт магазина. Покажу вам витрину. Здесь довольно необычное решение с перегородками. Они выполнены из фактурного материала. Это стекло, такое ломаное. Но вместе с тем они довольно глухие, что не дает обзора всего магазина. И это необычно. Глухие, высокие. Не видно, что происходит вокруг. Детали оформления, сухоцветы в колбах с наполнением камнями и вдохновляющие надписи. Небольшие экраны по периметру зала. Вот эти детали мне тоже понравились. Альбом и очки на раскрытой странице. Очень много винных оттенков. Наверное, там один из тех магазинов, где трендовый цвет сезона. Этой осенью, зимой он очень актуален снова. Представлен в таком большом объеме. Школа при этом позади. Искусство и одежда. А вот здесь разместилась распродажа. Вы видите это по развеске. Пестрый и хаотичный. Я специально встала в зону кассы и зону примерочных, и отсюда я совершенно не могу увидеть весь магазин и клиентов в нем. Может быть, это и красиво, необычно, но это не совсем удобно, потому что я не понимаю, сколько клиентов в зале, где они находятся, что они делают. Показываю вам, как организован магазин. Это зона с аксессуарами возле кассы. Традиционно красиво оформленная. Нравится стайлинг этого манекена с небрежно спущенным жакетом. Посмотрим, как это выглядит с этой стороны. Хромированные пальцы. Тоже как акцент. Даже не нужен никакой аксессуар. Стайл-трик с классной посадкой и узкой талией. Вот так. Даже варианты постматериалов. Элегантная осень в Личи. Такие необычные формулировки и образы для учебы. Со входа тоже весь зал абсолютно не просматривается. Интересное решение выбрала команда бренда для своего нового магазина. Я захожу в Иконика, и здесь мне встречает их слоган прямо на входе. Будь стильный, будь собой. Надеюсь, так и будет. Необычные броши. Это еще вариант постматериала. Кашемир в составе. Понравилась коллекция украшений. Очень много коммерческих моделей. И броши, опять же. И заколки в сетах из крупного мятого металла. Прикольная идея с программой лояльности. Love рубли. Классно обыграно название. Мне нравится. Давно искала заколки. И вот нашла. Такой чудесный сет, подходящий под мои украшения сегодня. Приобрела в Love Republic. И консультант на кассе, очень милая девушка, рассказала мне о том, что компания недавно поменяла покрытие, и украшения стали очень стойкими. Она сама носит колье и пользуется и мистами, и парфюмом. И 3 года ничего с покрытием не происходит. Такой очень хороший кейс сервиса, мне понравился. Сама невероятная красотка. Но что вы видите за моей спиной, коллеги? Мы снова встретились. Вот это да.
очень хорошая идея навигации в торговых центрах. Вот такие большие растяжки в атриумах. Располагая их, обязательно указывайте, где находится бренд. Не просто, что он присутствует в этом торговом центре, а, например, то, что он находится на втором этаже и направление. Вот как в случае с канцлером. Я вижу его вдалеке. Вот он. И иду к нему. Кстати, интересно, что обойдя этот большой баннер с другой стороны, я вижу направление к магазину уже исходя из моего текущего положения, что нужно развернуться. Вот так. И зайти в магазин. Знаете, что понравилось мне в этом магазине? Что образ путешественника, стоящего среди чемоданов с рюкзаком, панамой, дополнен максимальным количеством аксессуаров. Здесь и ремень, и браслеты, и подушка для сна. И второй манекен тоже снабжен подушкой для сна. Смотрите, по-моему, это неплохая идея. Еще покажу вам вариант оформления распродажи. Вот такие постматериалы с уголком на витринное оборудование. А здесь вариант с выделением премиальной линии в коллекции. Я обратила внимание, что два магазина рядом, Finflair и Stern, абсолютно разные марки, но оформлены одинаково. И там, и тут большой экран, свободный вход, антикражные ворота с промо-сейла, а здесь с логотипом бренда. В целом все очень похоже. Интересный посыл у магазина одежды. Большая ликвидация осенних изделий в связи с ребрендингом. Для чего сейчас еще используются экраны, не только для трансляции текущих акций в магазине, как, например, у Томаса Мюнца или у его соседей, но и для того, чтобы рассказать о задачах компании на текущий день. Сейчас я дождусь и покажу вам, что я имею в виду. Красиво, да? Осенние баннеры. Парк, залитый солнцем. Очень эффектно выглядит. А вот здесь как раз поиск сотрудников с QR-кодом и условиями работы. Максимально странное решение – лезть в гору в шелковых брюках и лоферах. Очень скользко, но не знаю, что сказать на это свое решение. В общем, спускаться мне сложнее, чем подниматься, но какая вокруг красота!